Здорово, ребята. Как вы знаете, сейчас на Рофе стоит акция, откуда достается сверкающая энергия Сахи. Ну и в общем, я подумал, что пора лучникам с алтаря получить небольшой буст. Сейчас они бегают с восьмым уровнем талисмана Сахи. Баф, как вы знаете, с него висит довольно непродолжительное время, и рассчитывать на него особо не приходится. А если сделать улучшенный талисман Сайхи первого уровня, он будет давать полноценный баф на 10% ПВЕ урона, также станет передаваемым. Улучшенный талисман Сайхи первого уровня делается из талисмана Сайхи 10 уровня, поэтому для начала мне пришлось содрать все талисманы 8 уровня с 16 лучников. Чтобы содрать один талисман, нужно 20 коробок Сайхи. Это примерно в районе 1,5 миллиарда аден. Поэтому план такой: запечатываем почти все восьмые сайхи в коробке, оставляем двух чаров с распечатанными сайхами 8 уровня, скидываем туда все необходимые ресы, а это именно благословение сайхи, они стоят в районе 800 миллионов, и сверкающую энергию сайхи. Я скупал их по 20 миллиардов в среднем. А на рынке они сейчас стоят в районе 30. Ну и перед тем, как начать, как обычно, минутка саморекламы. Хочу напомнить, что у меня есть довольно живой дискорд. Все игровые вопросы можете задавать там. Именно там, а не мне в ПМ. В крайнем случае, в комментариях под этим видосом или другими видео. А также у меня есть телеграм-канал, где без лишнего трешака проходят все анонсы стримов и видосов. Загляните, пожалуйста, мне будет очень приятно. И есть Twitch канал, где я периодически не ленюсь и стримлю. Плюс, если вы регистрируете новый аккаунт, можете делать это по моим реферальным ссылочкам, получите небольшие плюшки на прокачку. Итак, поехали. Так, по ресурсам у нас 11 запечатанных талисманов Сайхи 8 уровня и 2 распечатанных. Благословений 108 штук и сверкающих энергий 5 штук.
целом я бы сказал, что мне неплохо так повезло. Ну и давайте посчитаем, сколько мы потратили. На все про все у нас ушло 5 талисманов Сайхи 8 уровня. 3 из них были запечатаны. А благословение мы потратили 87 штук. Сверкающих энергий 5 штук. И получается, что всего мы потратили ресов на 280 миллиардов. Один улучшенный талисман Сайхи обошелся в 140 миллиардов. Это очень дешево. Прям супер дешево. В целом могу сказать, что с Сайхами мне везет, потому что первую Сайху, когда только ввели эти итемы, я апнул с первого крика и продал за 300 миллиардов. На последнем стриме я апнул 10-ю Сайху со второго крика на улучшенную. Она сейчас хрюкает той в тестовом режиме. Ну и вот получилось, что еще две Сайхи замутил полностью с нуля до 10-го и до улучшенного по 140 миллиардов. На этом, пожалуй, можно заканчивать. Если видос был вам интересен, влепите, пожалуйста, лайк, не забудьте подписаться на YouTube канал и оставьте любой комментарий, это помогает с продвижением видео. Спасибо за просмотр, пока!